От спорта к культуре. В Ленске появится новый кинозал. Его планируют открыть в здании Дома народного творчества, сообщает пресс-служба Минкульта Республики. Средства выделят благодаря федеральному конкурсу «Фонды кино», который поддерживает открытие кинозалов в малых городах. Директор республиканской киносети Петр Чиряев рассказал, что на конкурс прислали 4 заявки. В их числе оказался и Ленск. Всего за годы работы Якутская республиканская киносеть запустила 16 кинозалов. Ленский станет 17-м. Старт всероссийской программы поддержки кинозалов в населенных пунктах России дали в декабре 2015 года. Причиной запуска программы стал непозволительно низкий уровень кинофикации страны. 40% населения не имело доступа к современным цифровым кинотеатрам.